Приветствую всех на канале Ямайкин Блог. Предлагаю вам сегодня небольшое видео с оффроуд покатушек. Планировалось большое видео, но есть обстоятельства и нужно это все дело закачивать. Приятного просмотра! Видео выходит при поддержке сувенирной компании Ямайка. Ямайка – это печать по ткани любой сложности и любым тиражом. Продажа промо-текстиля, футболок, поло, кепок, брендирование сувенирной продукции. Первый участник Pajero Sport. Свежий, до рестайл. Водитель без опыта, но на хорошей машине. Кто-то из участников хочет помочь и покажет, без вопроса, можете помочь, потолкать его, направить в правильную сторону. Любому участникам или любому созрителю помощники пройти дистанцию. Любым способом, можете даже на руках его пронести. Если пошел на вон, то... Давай, Саня. Вперед его, скидывай, вперед! Скидывай вперед, говорю. Давай. Право руль, поехали. Не бойся, Алексей. Давай. Право руль, скидывай. Толкайте его вниз, давай, дальше будет легче. Право руль, поехали. Давай, 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 давай. Скидывай. Вообще, пошел на ноги. Машины, все будет так потом хорошо, поедет легче. Самый хороший штурм это тот, который бежит впереди машины, а не едет на пассажирском сиденье. В этот раз мероприятие имело красноречивое название Lockdown Off и носило учебно-тренировочный характер. Другими словами, для выпуска пара, повышение скилла и уровня адреналина. Расскажите, что мы здесь делаем вообще? Что происходит? Я не могу понять, зачем мы нас собрали. Они вот сказали, что накормят сначала вкусно, но кухня еще не работает. Сказали, что мы покатаемся, но на трассу еще не пускают. Я не понимаю. Надо что-то делать. Надо что-то с этим делать. Я смотрю, что ребята сделали правильно. Там моим УАЗиком открыли задний борт, используют его в качестве столика. И уже они делают нормально там.
Трассы делились на три категории сложности – Light, Raid и Hard. По обстоятельствам непреодолимой силы у меня и получилось отснять только самую многочисленную категорию – Raid. Около 20 экипажей с разным уровнем подготовки пилотов и боевых машин по очереди преодолевали снежную грязевую трассу. И ушел у нас красный участок. Автомобильный завод. А это наш коллега, да, и будущий выдающийся блогер. Не блогер, а блогер. Заходите на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь и приятного просмотра. Как канал называется? Костян. Костян называется канал Кости. Костян! Напишите в комментариях, звук вот этот трещащий, это нормально вообще?
Внизу под видео полезные ссылки на мой Инстаграм, Телеграм и прочие Инстаграм. Хочу немного понудить про организацию. Идея запускать категории последовательно, как для зрителей, так и для видео и фото летописцев, очень неплоха. Только немного долго, а так все хорошо. Очень классная инициатива в микрофон объявлять стартующих и сопровождать это все комментариями. За это плюс оргам в кар. Также очень хорошо, что организаторы взяли на себя заботу о шлемах и жилетах. Тут еще неплохо было бы добавить одноразовые подшлемники. Я думаю, в следующий раз. В автомобиле должны быть в жилетках и в шлемах. Это меры безопасности. Ну а печатать наклейки на машины можно было и с Ямайкой договориться. Шо мы не в Одессе? Давай, 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 давай! А он дает. И напишите в комментариях, выкладывает ли длинную версию без монтажа.
Ребята с Молдовы показывают отличную езду. Миша, время! Ух ты, аплодисменты! 5.52! Большая машина, проехали просто идеально! Надеюсь, видео вам понравилось, этого достаточно будет для большого жирного лайка. Всем удачи, всем пока!